Ранним утром 24 ноября в атриуме Назарбаев интеллектуальной школы Усть-Каменогорска были накрыты столы. Учащиеся и их родители выставили домашнюю выпечку, варенье, компоты, соленья и казахские национальные деликатесы. Продуктовое изобилие на столах дополнилось ручными работами, связанными на спицах тапочками и яркими расшитыми подушками. Бойкая торговля началась с первых же минут. Продавцы из числа родителей активно предлагали. Дети, учителя и другие сотрудники школы активно покупали. Бүгінгі күн Экспо 17, менің арманым атты қайырымдылық жәрмеңкесі жақсы өтіп жатыр. Балалар біздің болашағымыз. Біз оларды әрқашан қолдауға тырысамыз. Бүгінгі күні біз Экспо менің арманым атты қайырымдылық жәрмеңкесін өткізу арқылы Шалғайда тұратын қырбы қырдастарымызға Экспоны тамашалау мүмкіндігін сұрайтынымызға қуаныштымыз. Бізді мектебімізде бұндай шаралар көп болып тұрады. Дегенмен осы шаралар біз үшін ерекше. 25 ноября начинание первых 7 шанарафов продолжили остальные 8. По словам учащегося 11 класса Тимура Серикбаева, они с мамой с желанием допоздна пекли пироги и булочки. Точно так же остальные ребята и их родители почувствовали сопричастность к большому доброму делу и подготовились со всей ответственностью. Всех объединила благородная цель – собрать средства для участия сельских детей из малообеспеченных семей в Экспо-2017 в Астане. Все понимают, что побывать на таком грандиозном событии и увидеть все собственными глазами – это огромное счастье. У коллектива школы есть желание отправить на международную выставку как можно больше ребят из Восточно-Казахстанской области. С целью учета каждого ТИИНа создана специальная комиссия, которая принимает вырученные средства после каждого события. В ее состав вошли учителя, родители и ребята из школьного самоуправления. Тем, кому улыбнется удача, получат сертификаты на поездку в Астану на международную выставку уже 10 декабря. В это время в Назарбаев интеллектуальной школе города Усть-Каменогорска планируется провести День открытых дверей.